Снова появились сиденья для ретро-велосипедов. Кого что заинтересует, запоминайте тайм-код видео и присылайте мне на Авито. Начнем с самых дорогих. Три варианта по 1200 рублей. Вот эти два сиденья с тремя пружинами. Здесь вот такая третья пружина. Здесь в виде кипятильника. В целом они не драные. Заклепок не хватает, вещь не новая. Это до 60-х годов. Каркас в целом ровненький. Пружины не лопнутые. Ну, такие нюансы могут быть, не хватать пружинки там какой-нибудь. Вот эти вот по 1200 рублей. Третья пружина. Вот такая вот спиральная. Тульский завод. Тульская область. Это с двумя пружинами. Ну, состояние такое неплохое. Заклепочки на месте. Каркас не гнилой. Пружинки все на месте. Тоже 1200 рублей. Вот три сиденья по 1200. Эти два сиденья по 800 рублей. Это вообще после покраски. Такое вот. Пружины в виде кипятильника тоже. Вот эти по 500 рублей. Заклепок некоторых не хватает. Где-то он примотанный проволокой. С двумя пружинами идут. 500. Тоже две пружины. Заклепки видно нету. Вот эта вот кожа здесь шикарная. Но оно, каркас смещен в сторону. Немножко криво. Не выдержало нагрузку. 500 рублей. Но кожа не слоится, прям шикарная кожа. Эта вот кожа вот расслоилась, пересохла. Ну, каркас в целом ровный. Тоже 500 это все у нас. Это тоже 500. Кожа начинает слоиться. Слоится кожа. Теперь покажу сиденья доноры. Вот это вот все у нас по 300 рублей. Кожа в целом на выкидку. Но какие-нибудь пружинки можно спасти, отнести на гальванику и собрать новые сиденья. Каркас видно, что кривой. Пружина кипятильник не лопнута. Это детское сиденье. Вот, с размером с руку. Маленькое. Тоже не перекошено. От велосипеда газ. Под реставрацию. Или на запчасти. Сиденье донорское с кипятильником. Пружины не лопнутые. Чуточку видно перекос. Заклепок не хватает, присутствуют трещинки. Вот это вот тоже у нас тульская. Но оно очень сильно перекошено. Требует рихтовки. Так.
пружина села нормальная, немножко потертости присутствует. Это, ну, правда, все перекошенное. Ну, на запястье пойдет. Кожа неплохая. Кожа не слоится. Это вот каркасы на запчасти с двумя пружинами. Пружины, разумеется, под гальванику. Вот пружина, кипятильник тоже донорская. Каркас кривой, вот эту даже заваривали. Пружина не лопнута. Кожа начинает слоиться. Вот это вот сиденье донорское, пружина, кипятильник. Пружина лопнута. Каркас в целом ровный. Из-за того, что пружина лопнута, смещение произошло. Вот есть рванина от заклепки. Вернее, уже вместо заклепки стоял болт. Сиденье с двумя пружинами. Ну, уже это среднего размера оно. Нитки на коже спрели. Кожа начала слоиться. Кожа начала слоиться. И вот последнее. Три пружины. Пружины в виде кипятильника. Каркас в целом ровный. Как видно, можно собрать сидений из двух сёдел. Например, взять вот этот достойный каркас, который вот здесь вот кривой, и переставить эту кожу сюда, и будет нормальное сидение.